Возмездие! Слушай сюда, Кэп, там человеческие хотят стать крутыми парнями. Давай убьем их, пока они не забурели. Командование снова связывалось с нами, хотят отчет. Уже в четвертый раз за эту неделю. Мы молчим в эфире, наверняка они скоро захотят к нам наведаться. Они, наверное, ума не приложат, кто подбирает боеприпасы, которые они сбрасывают. Если хотят, пусть хоть каждую минуту до конца света выходят на связь, мы не ответим. Ты слышал шепот? Ты знаешь, Уль, Ульк, Воля, голос. Теперь мы его, он здесь, они нас бросили! Если они, если кто угодно хочет получить эти боеприпасы, хочет это мясо, пусть соберут у нас! Конечно, конечно, сэр. За Улькайра. Вторжение на третьем контрольном пункте. Все к оружию! Убить их! Отнести их плоть в цитадель! Улькайр сегодня будет пировать! Ха-ха! Кочерышки хотят подраться! Я знаю, как это по-другому делать. Какой нас?
все. Ты еще просто не знаешь. Ради всего этого я и живу. Почему захватчикам до сих пор позволено дышать? Они пришли в открытую, умоляя, чтобы их убили! Батареи Мантикор, возмездие правосудия! Раздавите их под своими ракетами! Нас зажигли, шмаляют, стреляют из
их можно и на ужин съесть. Нас прижали к земле.
хотят уйти. Хорошо, как скажут. Сожжем это специально. Вот так-то лучше. Я зачем-то понял твой план. Тут понадобится пара швов. Мы их разобьем. Эти парни стреляют. Черт! Противник подходит к складу боеприпасов. Они не должны его захватить. Я зачем-то нужен? Печать поможет! Я лучше снова шансовского. Честно, убери слишком! Нас стреляют! Настоящий Давай этот засажи!
живо! Они хотят присоединиться к моей орде! Да! Идите, неверующие! Улькаир всем вам рад! Я зачем-то нужен! Иду! Что прикажешь, мужик? Чем они? Смерть! Смерть ждет всех! Пусть сгниет и разложится плоть моя, и возродится из нее новая жизнь во имя Нурла!